Ну, расслабляться просто. Работал в психиатрической больнице, вот. И, ну, понятно, целый день сидишь, и к тебе приходят люди, они плачут, они страдают, они боятся, у них там, ну, как бы, такая атмосфера не самая веселая, я вам честно скажу. Мне спрашивали, а вот как так вот выносить это все? А я вот вам скажу, я выходил, когда из клиники, шел по набережной, понимаете, и у меня было совершенно замечательное абсолютно состояние, потому что я знал, что я сделал то, что я должен был сделать, я сделал это хорошо. Вот, я внутренне ощущал исполненность задачи. У меня есть график. Вот, график спасает от неприятности постановки задач. Вот, потом график приходит, ты садишься, все, у тебя же там написано, у тебя все, ничего не надо думать, все уже, иди работай. Вот. А после этого раз, и все, их нормально. Вот. Еще это, конечно, опыт. Потому что после того, как ты 150 тысяч раз людям рассказал, как делать то или другое, можешь в любой момент... Знаете, как я могу заснуть сейчас? Я буду зевать просто как сволочь. Заснуть здесь на стуле. Это же психические механизмы. Сейчас я начну зевать, давайте закончим. Но это правда. Что вы хотите, чтобы соврал?